ничего, кроме тишины и полной темноты. Но рассеял Создатель тьму дыханием своим, и сказал он: «Да будет свет». И стал свет. Жить, это круто, это круто. Бог, вам не Будда, вам не Будда. Мы так страдаем из-за грехов, всегда падаем, 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 падаем. Всегда падаем, 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 падаем. Слушайте, люди, пару слов я скажу. Когда-то было в мире очень чисто ток. Родились люди, по-малому умнели. Конечный итог, власти хотели. Война началась, трупы повсюду. Забыли о вере, лгали друг другу. Верим мы в Бога, но не слушаем Его. Что учит Всевышний, не твори зло. Вот и конечные итоги пришли. Наказывает нас Бог Всевышний. Где-то вирусы, где-то цунами, где-то пожары под ногами. А что про власти, правы они? Если дадут волю, хотим больше мы. Хотим быть выше, топтать кого ниже. Забудем про то, кем были раньше. Всегда падаем, 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 падаем. Падаем, падаем, падаем. Да, конец света, конец света. Исчерпаны люди где-то, люди где-то. Бог наказал нас за грехи. Всегда падаем, 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 падаем.